на то, с какой легкостью 8-летняя Даша двигается на сцене, и не догадаешься, что этого номера могло не быть. Платье танцовщицы к началу соревнований еще не было готово. У нас еще пока костюм был не готов. Мы ездили к швее, потом папу там оставили. Он потом нам костюм привез, и все, и я уже выступать пошла. То есть буквально костюм был готов за 5 минут до выступления? Да. Танцует как Бьонсе. Василисе Петровой всего год и 10 месяцев. Но малышку так и тянет на сцену. На фестивале она была во всех смыслах, вне конкурса. Занимается восточным искусством, с ней мама, профессиональная танцовщица. И Маше это явно нравится. Всего на чемпионат Удмуртии по бейли-дэнс приехали 200 танцовщиц из Ижевска, Воткинска, Чайковского, Набережных Челнов и Перми. Танцевальные соревнования проходили в нескольких возрастных группах, в личном и командном первенстве. Восточные танцы, оказывается, не только индивидуальное занятие. Алина и Мария, например, танцуют в одном коллективе. Говорят, это очень удобно. Если забыл от волнения движения, всегда можно подсмотреть. Тем более, что выступать на большой сцене девчонкам приходится часто. Мы уже куда попало ездили. Мы в Казань ездили, в Пермь, в Екатеринбург. Постоянные репетиции, как любой спорт, помогают быть в тонусе. Организаторы фестиваля говорят, их конкурсантки заметно отличаются от сверстниц. Девчонки и малышки с малолетства привыкают держать спинку красиво, двигаться красиво. Они совершенно другие, отличаются от сверстников, своей манеры поведения. Они более культурные. Ну вот они все у нас вырастают, ну просто красавицами. В итоге золото большинства из 30 номинаций взяли воткинские танцовщицы. Скоро у их соперниц будет шанс отвоевать награды. Весной в Ижевске пройдет межрегиональный фестиваль восточных танцев. Анна Ковырзина, Илья Дерендяев, телеканал «Моя Удмуртия».